Всем привет! Вы на канале «Готовим с Оксаной Пашко». Сегодня приготовим весенний салат. Он очень легко готовится и получается очень вкусным и по-весеннему свежим. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим все ингредиенты для салата. Два средних огурца сначала нарезаем пластинками, а затем пластинки режем брусочками. Измельчаем пучок зеленого лука. Берем один сладкий перец и очищаем его от семян. Перец разрезаем на прямоугольные пластинки, а затем нарезаем их брусочками. Два яйца разбиваем в миску, немного их солим и все взбиваем вилкой до однородности. Из этой массы жарим два примерно одинаковых блинчика на небольшом количестве растительного масла. Блинчики обжариваем с двух сторон до готовности. Получившиеся блинчики разрезаем на 4 части и складываем стопкой. Нарезаем полосками. Еще больше разных вкусных салатов смотрите у меня на канале по ссылке на экране или в описании под видео. В миску насыпаем нарезанные огурцы, яйца, перец, одну банку консервированной кукурузы и зеленый лук. Салат солим по вкусу и заправляем 2-3 столовыми ложками несладкого густого йогурта. Все перемешиваем. Также салат можно заправить сметаной или майонезом. Салат готов, можно подавать на стол. Салат получился очень вкусным и свежим. Готовится он просто и быстро. Для большей сытности в этот салат можно добавить запеченное или вареное куриное филе. Такой салат отлично подходит как на каждый день, так и на праздничный стол. Если вам понравился рецепт такого салата, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.